Казахстан за кратчайшее время создал огромный капитал в духовной сфере. Этому посодействовала программа президента «Культурное наследие». Сегодня журналистам об этом сообщил мажилисмен Куаныш Султанов. Он считает, что сейчас большое внимание уделяется возрождению не только культуры коренной национальности, но и всех народов, проживающих в нашей стране. А это важно для духовного развития казахстанского общества, его сплоченности и согласия, подчеркнул депутат. Благодаря результатам экономической реформы нам удается проводить большие реформы в духовной сфере. Мы позиционируем в мире как прогрессивное государство, как государство равных возможностей. У нас нет делений ни по языковым принципам, ни по национальным признакам, ни по религиозным признакам.